Давайте поаплодируем этому находчивому жениху, который догнал свою невесту уже в дверях. Тяма, у нас еще целых две, кажется, свадьбы. Четвером женятся. А, у нас шведская семья, но шведские семьи нас не приветствуются, поэтому мы их разобьем на две пары. Ну хорошо, два мальчика, две девочки, две рамочки. Делите между собой сами. Целоваться я вам не советую вчетвером, думаю, это будет сложно. Но давайте похлопаем и объявим их большой семьей, которая любит обнимашки. Так вот, тот самый конкурс, который я обещала.